Those eyes. Эти глаза. Это демоническое лицо в зеркале заднего вида. Вот тогда все и началось. Первое утро после того, как все пошло под откос, у меня никого не осталось. Я сел в старый мамин автомобиль и, как обычно, поехал в Нью-Йорк. Но случилось нечто необъяснимое. Я увидел свой съезд, включил поворотник и проехал мимо. Звучит безумно, но я физически не мог повернуть руль. И продолжал ехать еще 4 часа. Мне некуда было спешить. Я просто ехал, изнуренный, с пустой головой. Тогда я увидел знак. Казалось, это единственная хорошая вещь, прошедшая со мной за годы. Хотелось только пройти по тропинке, запереть ворота и оставить все позади. Мне пришлось бы отдать все, что у меня есть, но я ждал одиночества. Поэтому купил ферму, я запер ворота и выбросил ключ как можно дальше. Затем я радостно рассмеялся. Когда я смеялся последний раз, мне не верилось, что я на это пошел. Наконец-то я готов забыть обо всех и быть забытым. Ты дал обещание. В нашем саду на заднем дворе, когда был маленьким, помнишь? Вряд ли ты ожидала именно этого, но я сдержу обещание, мама. Ладно, настал тот самый день. Сегодня ты выйдешь из дома. Но куда я подевал свой список дел? Найти бы его. Да, давайте попробуем найти свой список дел. Включим фонарик. Всем приятного просмотра. Поиграем сегодня с вами то ли в симулятор фермера, то ли в симулятор хоррора. Я так честно... и не понял, не разобрался. Но это демо-версия, так что, думаю, будет всего лишь одна серия. Посмотрим, разберемся в механике. И, возможно, потом поиграем, когда она полностью выйдет. Только единственное, что не знаю, будет ли она платной, либо бесплатной. Так что, ладно, давайте приступать. Вот мой блокнот. Уф. Так, список дел критически важен. Нажмите Tab, чтобы... просмотреть свои задачи. Задачи не ограничены по времени, поэтому можете не спешить. Задачи с пометкой необходимы для продвижения сюжета. В нижней части блокнота также показаны ваши деньги и важные предметы. Угу, интересненько. Идем смотреть, давай нажмем Tab. Итак. Пора убраться в комнате и вычеркнуть все из списка. Так, соберите мусор в спальне и выбросить его в прицеп. Хорошо, давайте соберем. Давайте соберем весь мусор, который мы здесь можем. Интересно, можем ли мы потом с вами ремонтировать наш домик? Тяжелее, чем казалось. Так, нужно с вами спуститься и... положить это все в прицеп. Хорошо, пойдемте посмотрим, где наш прицеп находится. Блин, прикольненько. Большой участок. Но если не ошибаюсь, по-моему, мы здесь можем даже покупать еще больше себя. Как же тут красиво и не души вокруг. Нужно было решиться на это раньше. Вроде бы, если не ошибаюсь, здесь можно будет потом будет расширять наш участок. Так, все. Ну что ж, было не так уж и страшно. Может, получится полить помидоры?
Да, давай попробуем полить помидоры. Так, ты кто? Топорик, это мне пригодится. Нажмите Q, чтобы убрать. Хорошо, давай уберем. Так, изучить магазин. Что нам нужно? Нам нужна лейка за доллар, да? Хорошо, давай купим лейку за доллар. Полить помидорки на правую кнопочку. Хорошо, давай польем. Есть, отлично. Убираем, нажимаем Tab и смотрим. Вы можете отойти ко сну раньше времени, если завершите все дела из списка. Я лучше лягу спать. Один день позади, вечность впереди. Не понял, это что такое? Кто это сделал? Угу, спустить воду. Понял, зеркал, как обычно, нету. Ну и ладушки. Идемте ляжем, басички. Игра-то, в принципе, не требовательная, но все равно пришлось немножко настройки графики поменьше сделать. Так, встаем, нажимаем на Tab. Собрать 10 помидоров, купить справочник строительства, построить курятник. Давайте это сделаем. Закрываем, нажимаем фонарик. Так, ага, погоди, а что это на улице у нас такое? Давайте посмотрим с вами. Так, ты кто? Карта территории. Кажется, здесь не хватает страниц. Вы можете открывать карту, удерживая Q, но сначала вам придется посидеть на наблюдательной вышке, когда вы выйдете. А, когда вы найдете все предметы в определенном месте, там появится галочка в игре. Нет указателей, так что не забывайте сверяться с картой. Ага, ну, наверное, мы сейчас это сделать не сможем, потому что за забор нас не выпустят. Но, возможно, когда выйдет игра в релиз... Что это? Возможно, когда игра в релиз выйдет, то мы сможем путешествовать по этой карте. Так, это кто? Давай смотреть. Клэр? Воу! Ты мне кое-кого напоминаешь. Бенджур. Hey, you gonna keep up or what? Ну же, не отставай. Извини, не могу наглядеться на этот вид. Не могу поверить, что никогда не переходил мост. Зачем вообще жить в центре города? Чтобы навещать меня, разумеется. И правда, хороший аргумент. Возможно, лучший аргумент. О, это олень? Как она сюда попала? Подожди, не подходи близко. Мы должны ей помочь. Хорошо, давай поможем. Угу. Все хорошо. Все хорошо. Сейчас вернем тебя домой. Ты хоть иногда обо мне думаешь, так же, как я о тебе. Тебе интересно, где я сейчас? Мне интересно, почему мы сюда приехали, почему он захотел остаться один. Неважно, возвращайся к работе, Гаррет. Больше ты ни на что не способен. Так, собрать 10 помидоров. Давай, днем соберем 10 помидоров. Так, нести. Хорошо. Ну то, что тут есть огород и есть курятник, это уже плюс этой игре. Потому что я обожаю такие игры, где нужно выращивать свои продукты, строить и развивать. Так надо будет посмотреть, как реализован курятник. Ну, то есть, нужно ли будет носить им воды, еду, либо он просто будет как таковое. Так, а помидорки-то не первой свежести, я смотрю. Отлично. Купить справочник строителя, построить курятник. Угу. Давай подойдем. Так, фермерство, справочник строительства. Чего? Что это было? Вы слышали?
что за хрень? Ладно, купить справочник строителя. Есть. И купить курятник, да? Купить. Ладно, ты справишься, просто выполняй инструкции, дружище. Так, построить курятник. Но курятник мы с вами не можем построить из-за того, что у нас нет 10 баксов. У нас 3 бакса всего лишь. Я так понимаю, нужно будет с вами что-то продавать. Давай, наверное, мы польем помидорки. Возможно, на следующее утро они вырастут, и мы сможем еще раз заработать с вами. Здесь нужно будет сейчас взять топорик и нарубить деревьев, чтобы мы могли с вами... могли с вами продать. И нужно будет пеньки убрать. По-моему, если не ошибаюсь, то нам будет очень мало давать денег за эти бревна, а по-другому мы никак-то ничего не сделаем. Но в том плане, вот смотри, сейчас я уберу. Беру бревно, несу, да, вот сюда. Нужно будет его положить. Вот так. И нам дают только полцента. А это маловастенько. Согласны? Это 10 баксов буду собирать очень долго и нудно. А сколько у нас растут по времени помидорки, я даже без понятия. Так, а сколько мы можем бревен с собой взять? Так, хорошо. Ага, по 2 штуки. По 2 штуки, но это будет очень медленно и очень нудно, да? Хорошо, давайте, наверное, сейчас отнесем 2. А потом будем просто по одной быстро бегать. Интересно, демка до какой части игры это будет? Ну, то есть, попадутся ли там нам тут монстры, либо не попадутся, как думаете? Или мы сейчас построим курятник и все, и на этом игра у нас и закончится. Так, у нас есть стамина, значит, если будут нападать монстры, далеко мы с вами не убежим. Так, там 5 баксов есть. Хорошо, а курятник у нас стоит 10. Ну тогда придется деревья порубить просто. Придется порубить тогда деревья. Всем, пошли. Блин, хочу отремонтировать свой домик. И хочу узнать, будет ли эта игра платной и сколько она будет стоить. Потому что я посидел, поискал в интернете и информацию не нашел. И когда конкретно она выйдет вообще в релиз. Так, хорошо, бакс у нас вроде есть уже, да? 6. Хорошо, отлично. Так, на кьюшку топор. Сейчас, ребят, секундочку. Секундочку. Давай вот сюда, вот так. Не знаю, мешает ли вам фонарик, либо не мешает. Давайте выключим. Срубим это дерево. Блин, рубить ли пеньки, как думаете? Да, давайте. Все равно нужно чем-то заняться, правильно? Тем более задание у нас по времени написала игра, у нас неограниченная. Мы можем спокойно этим всем заниматься. А, пенек меня здесь мулять будет. Так, хорошо, убрать. Бросить. А, где еще? Поднять. Или можем пойти спокойно лечь поспать, как думаете? Так, бревно, это не то. Вот мое бревно. Блин, или по ночам на нас будет кто-то нападать, как вы думаете? Так, тихонечко. Ворона тихонечко. Шо у нас? 8 баксов. Окей. Сейчас мы добавим тебя. Будет 9, да? Еще нужно будет пару бревен. И как раз на следующее утро у нас, по идее, должны будут помидорки вырасти.
А это что-то такое? Что-то как-то стрёмно здесь у одного человека. Не, если бы у нас здесь бы вообще соседей бы не было никаких бы, мы одни тут бы жили. Было вообще прикольно. Но помидорки я хочу отсюда перенести, мне не нравится здесь грядка. Надеюсь, игра даст возможность это сделать. Что у нас? 9, да? 9 баксов. Дай мне топорик. Давай тебя еще раз срубим. И как раз, по идее, нам должно хватить на курятник. Ну, а на кур нет. Кур там вроде стоит 5 баксов, если не ошибаюсь, одна штука. Так, хорошо. Блин, разработчики, мало ли это, посмотрите. Сделайте рубить, просто зажав кнопку. Не постоянно отверкать, а просто зажав. Ну, реально, это проще будет. Не хочу 200 тысяч раз нажимать на мышку и делать одни и те же простые движения, так сказать. Все, отлично. Давай открываем на Б. Курятник. Во, шикарно. Где мы с вами курятник поставим, как думаете? Давай, наверное, начинать куда-то отсюда. Вот сюда вот, да? Согласны? Или дальше мы здесь будем с вами расширяться? Хотя все равно это демка. Все равно это демка. И, в принципе, без разницы куда. Давай, наверное, курятник. Наверное, вот сюда куда-то. Ага. Погоди. А, кровать пищит. Ладно, побежали спать. А с кровать... Все, 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 ухожу. Ухожу, ухожу. Бабайка, не кусайся. Все, опа, под одеялко. Давай с утра уже установим курятник. День третий. Ну, поздравляю, 3 дня мы с вами выжили здесь. Все, вставай, пошли курятник устанавливать. Побежали, побежали. Так. Да, давай тут курятник пусть у нас будет. Так, дай. И вот так вот, отлично. Что нужно? Построить курятник. Есть. А, мы можем еще один сделать? Или нет? Или не можем? Угу, животные. Курица 5 баксов, да? Погоди. А что у нас по заданию? Построить курятник есть. Все? Мы справились с заданием? Давай смотреть. Ну и тоже, перед тем, как запускать сюда кур, нам бы нужно было бы, наверное, ограждение, правильно, поставить? Деревянный забор. Ограждение для кур. Типа вот такого плана для курей нам нужно будет сделать, да, с вами ограждение? Так, а я здесь прыгать могу? Да, могу. Хорошо, давай посмотрим по поводу деревянный забор. Может, деревянный забор лучше? Погоди, смотри, раз. Это 2 бакса. Это 3 бакса. Это 4 бакса, да? Нам нужно будет 5 баксов, наверное, чтобы это все построить. Хорошо, покупаем куру. Купить курицу. Есть, отлично. Все, а теперь давай строить ограждение, деревянный забор. Интересно, перепрыгну ли я этот забор с вами. Есть, хорошо. Есть, перепрыгну, да? Отлично. А смогу ли я... Походу не смогу, да? Ладно, давай делаем. Не-не, вот так вот поставь, пожалуйста. Не, ровно, игра, игра. 2, 3. Вот так вот, и... Кура, а ты куда? Алло, алло, вернись. Ля ты, кура... Ворота. Хорошо, а перенести я могу? Блин. Mm-hmm.
А это мне уже не нравится. Из-за того, что я не могу полностью построить, да? Блин, ну... Хорошо, пусть так будет, наверное. На крайняк. Потом попробуем это все снести. А мы можем ли это все снести, либо не можем? Как думаете? Давайте проверим. Только, наверное, таким образом, да? Можем ломать. Просто, чтобы я понимал. Вроде переноса вещей здесь нету. А, не, не могу. Ладно, давай посмотрим. Построить курятник есть. Список дел у нас. Хорошо, курятник мы построили. Чем нам дальше заниматься здесь? Кто мне подскажет? Собирать помидорки? Давай соберем. Надеюсь, здесь есть молоток, потому что мне реально не хочется потом по 200 раз перезапускать игру, чтобы построить по-нормальному. Так, все так, как бы мне хотелось. Давай польем. Ну, а где задание дальше? Где у нас дальше задание? Просто не хочется выполнять его пустую, что-то покупать из-за того, что, возможно, мне по заданию что-то будет давать. Так, инструменты. Ага, это грядка, медицина. Так, передвигайтесь на 50% быстрее. Переносите тяжесть. Это хорошо, дом. Пока ничего не можем купить. Закрыто, закрыто. Доступно в полной версии. Ага. Доступно в полной версии. Сажайте семена во дворе. Правда, их сначала придется раздобыть. Будем сажать семена. Покупаем? Либо не. Либо можно лишь поспать. Вот это я пока, если честно, не знаю. Может, возможно, давайте дождемся следующего дня. Но опять же, мне вот это вот сразу уже не нравится. Я не могу его перенести, да? Никаким образом я не могу его перенести на буковку Б. Ворота. Ворота, ворота. Блин, разработчики, это плохо. Мне не нравится. Где возможность переносить предметы? Ну, либо хотя бы разламывать их. Ля! Яичко! Да ты шо? Кура нам яичко снесла. Моя ж ты зайка, умничка. Мы ж можем продавать яички, правильно я понимаю? Давай посмотрим. Да, можем, 40 центов, прикольно. Так, помидорки растут. Я бы, наверное, знаете, куда помидорки переместил бы? Куда-нибудь. Вот сюда. Вот здесь бы делал бы огород. Ну и тоже, если мы сможем с вами дальше расширяться и покупать вот эту вот территорию дальше вглубь, то нужно их строить так, чтобы оно потом смотрелось все гармонично. Ладно, давай пока мы, наверное, порубаем деревья, попродаем, подождем ночи, поспим, и, возможно, нам игра даст задание какое-то. Или все, мы будем сейчас с вами в свободном плавании, так сказать, бегать. Да, но то, что нельзя переносить и перемещать предметы, это сразу уже некомфортно. Ну, представьте, ребят, мы сейчас с вами, допустим, я не знаю, будет ли такое, либо не будет. Допустим, мы дальше купим с вами участок земли, да? Вот такой вот дальше. Что это такое? Сука! Убивай! Кто это? Вы это видели? Нахер. Нас кто-то напал. И все. До побачення. За херня это было? Я думаю, стоит быстро выглянуть наружу. Давай.
Давай попробуем. Слышишь? Давай возьмем в руки топор. Ты кто? Ага, это ты, да? Ля, ты крыса. Что это за звук? Это было... Ёпта! Сука. Come on, Garrett. Так, давай возьми себя в руки. Так, одинокие ночи могут привести твои гибели. Ночное время в лесу может быть особенно опасным. Ты можешь избежать ночи, выполняя все дела из своего списка и дел рано. Ага, и рано ложится спать. Ты также можешь убирать свой дом и развивать свою ферму. Чем больше становится твоя ферма, тем надежнее вы будете защищены от опасных призраков. Жесть, это призраки, понял. Ты же взрослый человек, Арик. Здесь больше никого нет. Сходи, посмотри сам, если так боишься, трусишка. Не-не-не, все-все-все. А, я выспался, да? Что? Бля, это наш дом. Так, выключить. Я хочу тебя выключить, Илю. Могу сподлечь? Нет. Ага, все, кроватка, спадки. Быстро под одеялки и все, и нас здесь нет. Так, день четвертый. Прикольная игра сумела меня напугать. Но то, что нельзя забор переносить, меня это муляет. Я больше не чувствую себя так уже одиноко. И мне это не нравится. Реально, меня напрягает то, что я не могу переносить вещи. Как мне поубирать это все? Так, бонжур. Это я вышел где? Ага, это я вышел с другой стороны. Так, ого. Он такой же и старый на вид. Я без проблем его починю. Если будут нужны запчасти, купите топор получше, изучите амбар изнутри. Вот это вот амбар, я правильно понимаю? Ладно, давай купим топор получше. Только давай, наверное, соберем сейчас помидорки и купим наш амбар получше. Так, давай, 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 хорошо. Сейчас как раз у нас баблозики появятся. Нужно будет только сначала грядку полить. Давай польем грядку с вами. Ага, полил, проверяй. А где у нас колодец? Ладно, ладно. Нету так нету. Топор получше, да? Купить за 15, у меня 13. Второй уровень, хорошо. Если я не ошибаюсь, у нас где-то здесь бревна еще должны лежать. Так. А дай, пожалуйста. Ну, отдай бревнышко. Падла. Ладно, нужно рубить, наверное, в эту сторону. Я так понимаю, да? Давай сейчас срубим. Нужно будет 4 полена. Мы сможем купить себе новый топор. Бум-бум-бум. Все? Ровно 15 баксов. Как я, а? Рюкзапчик. Купить. Топор. Более острый и мощный топор. Почему не могу купить? Купить топор получше. Изучить амбар изнутри. Ну, у меня ровно 15 баксов. Почему я не могу его купить? Ладно, ладно. Допустим, 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 что нам значит сначала изучить амбар, а потом мы... А что такое амбар? И где этот амбар?
Наверное, вот это вот амбар. Так, ты амбар. Или не ты? Изучил. Или нет? Или кто амбар? Слышь, ворона, а где амбар? Может, здесь у нас нужно что-то изучить? Ёб твою. Испугала меня. Квесь, откуда ты тут взялся, приятель? Кажется, я оставил тебе миску с едой на крыльце. Иди сюда, зайчик. Иди по нямой. Всё. Иди. Иди, 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 не бойся. Давай. Давай, рыжик, проходи. О, выходи. Ну иди, нямой. Не, не хочешь... Прикольно. Ладно, давайте дальше смотреть, что мы здесь можем с вами открыть. Еды мне хватит надолго. Так, перержавело намертво. Хорошо, спустили. Давай наверх поднимемся. Я просто не знаю, где этот амбар находится. Так, что нужно помнить? Проверяй свой список каждый день. Не забывай использовать инструменты. Кое-что должно лежать дома. Я могу купить еще из каталога. Ложись спать вовремя. Бревна стоят несколько центов, но гораздо больше ценными являются помидоры и куриные яйца. Ага, у нас же там яйки есть, ребят. Яйки есть. Где наши яйки? А яйки вот тут у нас находятся. Просто хочется выполнять задание. Гребаный забор, ненавижу тебя. Хочется выполнять задание и... Не спешить впереди паровоза, так сказать. Да, ребят, мало ли, когда купите эту игру и будете играть, то... Запомните, если вы ставите предметы, то они походу будут... Пожизненно там стоять. Хорошо, могу купить топор? Вот, могу купить топор. Есть. Что нужно еще? Изучить амбар. Хорошо, думаю, теперь я готов выйти за забор. Посмотрим, что там есть. Так, ты можешь ломать деревянные заборы новым топором. Ага. Так, не передразнивай. Давай посмотрим, могу ли я тебя сломать, падла. А эту штуку я сломать не могу. Ну ладно, ну давай, допустим, мы сделаем вот так вот. Все, отлично. Я же могу заставить все, как я хочу. Не то. Деревянные ворота. Вот так вот, да? Могу. И дальше могу, наверное, провести еще заборчик. Да, придется, наверное, выломать вот эти вот штуки. А у меня есть баблосики, 13 баксов. Ребята, я таки извиняюсь, но меня реально эта штука муляет. Я хочу сделать все красиво. Давайте сделаем все красиво. Давай сделаем вот так вот. Опять же, добавьте возможность, просто зажав на мышку, чтобы мы могли спокойно с вами тыркать. Так, что мне нужно? Мне нужно зайти, мне нужны деревянные ворота. Деревянные ворота пусть у нас будут здесь, правильно? Есть. Теперь нам нужны... Ага, опять же, я не могу это сделать, потому что... Потому что гребаный гладиолус. И здесь я не могу, да, установить? Игра, ты да надо мной издеваешься. Блин, а уже ночь. Уже... Ой, ёб твою. Все. Ухожу, я понял. Только не кусайся, пожалуйста, больше.
Так, идем наверх. Так, твой список еще не выполнен, хорошо. Блин, если бы я знал бы, я бы не парился. Так, ладно, сейчас пойдем в амбар. Сейчас как раз заодно и посмотрим, что будет, если мы с вами откиснем. Закончится ли игра полностью. Как думаете? Так, открыть, хорошо. Ух ты, потрясающе, идеально подойдет для животных. Ага, мы тут и животных сможем с вами выращивать, да? Прикольно, прикольно. Могу ли я спрыгнуть? Могу. Что мне нужно? Все, можем идти ложиться басечки. Идем ложиться басечки с вами, ребят. Так. Только сейчас, секунду. Ну что это такое? Ну почему он не разрушился? Падла. Все, 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 я ухожу. Не кричи на меня, пожалуйста. Блин, первый раз вижу симулятор фермера и хоррор, если честно. Так, глава пройдена. Открыты новые предметы в магазине. День пятый. Сейчас давайте сначала посмотрим, что у нас тут. По заданиям, то, черт возьми, мне теперь делать. Так, чтобы продолжить историю, зайдите в магазин, купите предмет, отмеченный значком звездочка. Это положит начало очереди важных событий и заданий, которые приведут к раскрытию информации о прошлом и будущем Гаррета. Прохождение головы также разблокирует новые предметы в магазине. Идем купим. Так, собрать и продать весь хлам на нижнем этаже. Интересно, могу ли я уже купить эту винтовку? Разрубить 3 пня, продать 12 бревен. Так, давай сначала поубираем весь этот хлам, да? Ага, не могу. Не могу поднять ногу. Так, где наша эта штука? Вот наша штука здесь. Сейчас давайте сначала поубираем на первом этаже все. Бумс, посмотрим, сколько стоит как раз за одно ружье. Внимание, открыты новые предметы, подтвердить. Винтовочка соточка стоит, да? Что тут еще со звездочкой? А со звездочкой пока места у нас еще нету, хорошо. Давай поубираем, нам нужно, наверное, баксов 150. О, здорово, как ты? Давайте понямать наложу, все, приятного, зайчик. Кушай. Отлично, отлично. Понесли. Не знаю, как вам, но игрушка меня заинтересовала, реально. Игрушка меня реально заинтересовала. Но опять же по поводу строительства. Да, я буду нудить постоянно. Я хочу, чтобы эти предметы либо переносились, либо я мог их разрушить. Пока месть эта демка, это в принципе не смертельно, но если бы это была бы игра, в которую я бы уже играл на постоянной основе, я, наверное, заново перепроходил бы все. Ну, то есть начинал бы всю миссию заново. Понимая то, что оно так не свистит там. Так, а давай сходим, посмотрим, исчезли ли эти бревнышки там. Либо не исчезли. Так, что мне нужно? Топор второго уровня. Шикарно. Так, не то. Так, деревянный забор. Опять же не могу, да? Опять же, я не могу это делать. И здесь тоже оно не строится. Или строится? Нет, не строится. А дальше? Дальше тоже не строится. Возможно, это еще не наш участок просто.
Хорошо, а могу ли здесь грядку для кур поставить маленькую? Вроде бы где-то можно, да? Вот тут где-то светится. Ясненько, понятненько. Ладно. Заодно и яйки продадим. Побежали. Ну, я думаю, разработчики не сильно обидятся. То, что я буду их немножко критиковать, правильно? Для этого же они выпустили эту игру в демо-версии. Чтобы посмотреть, понравится, не понравится, возможно, что-то изменить. Я жарю, я хочу перемещать предметы, чтобы была кнопка. Плюс я хочу рубить топором. По мышке это все делать. И плюс нажав на Q-шку, выбрав топор, я хочу переместить его в инвентарь. Все лишнее, к примеру, тут нажать на Tab и посмотреть в инвентаре это все у меня. Ну, там, где на Tab у нас сейчас находится этот, как его, менюшка с заданиями. Я хочу такое же самое, только чтобы в инвентаре это было и... Типа ИМВД, что-нибудь на какую-то буковку. Так, рубить три пня. Давай рубить три пня. Хорошо. Вот пень один. Есть еще две штуки. И продать нужно 20 дерева, да, по-моему, если не ошибаюсь. Сейчас давай посмотрим. А, 12 бревен нужно продать. Хорошо. Если не ошибаюсь, нужно будет просто 3 дерева срубить сразу. И попродавать их. Есть, отлично. Так, все, это мы выполнили. Давай нести. Ну, давай. Так, раз. Два. Блин, они хотя бы пищи залепили, не знаю. Эти бревнышки. Отлично. Интересно, где находится у нас колодец? Либо мы с Лейком можем подойти сейчас с вами к раковине и набрать там. А давай посмотрим, сможем ли мы с вами набрать водички в доме. Работает ли она? Ну так. Да, ребят, работает, смотри. Все, шикарно. Давай поливать помидорки. На следующее утро у нас будет с вами урожай. Все, шикарно. Убрать. Взять. Ну, хоть с этим проще уже, да, с водичкой разобрались. Как это все делать. Так, что у нас тут? Продать 12 бревен. На 83% выполнили, да? Так, давай продолжать. Так, у нас 60 баксов всего лишь есть с вами. Нам нужно соточку. Соточку мы на помидорах, по идее, заработаем. И на яичках, да? 91, хорошо. Давай еще бревно. Еще одно бревно с вами срубим. Так, отлично. Пенек сразу убираем. Он нам тут не нужен. Все, поднять. Давай, наверное, по одному будем нести, потому что уже ночь настала. Не хотелось бы мне, чтобы на нас кто-то напал. Все, уходим. Все, призраки. Всем спокойной ночки. Идемте, баиньки. Божечки, это что такое?
Я ж вроде такое поубирал. Давай спад ложится. Сейчас соберем помидорки, продадим яйца и, по идее, купим себе ружье. Так, день шестой. Сохранение. Что нужно? Список дел. Пока здесь ничего нету. Сколько у нас? 76 баксов. Хорошо. Давай посмотрим на наш с вами огород. Вот есть, работает огород, да? Хорошо, отлично. Все, надеюсь, уже рассвет, и на нас никто нападать не будет. Или не все так просто. Блин, нужно будет грядку еще, да, наверное, рядышком посадить одну, чтобы у нас было больше помидорок. 82. Хорошо. Как мы сможем с вами заработать, продавая больше помидоров, правильно? А чтобы продавать нам больше помидоров, нам нужно с вами купить семена и... Купить семена и посадить помидорки. Ну, то есть, чтобы не бегать потом по 300 тысяч раз. Так, хорошо. Может, купим грабли, как думаете? Купим грабли. Купим семена и посадим еще помидорок. Сколько у нас? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Давай попробуем. Купить грабли за 3 бакса. Отлично. И сделаем здесь еще с вами грядку, да? Мы же можем так делать, да, можем. Ага, семян у нас нету. Фермерство, семена. Так, при чистке не речь, запас семян. Используйте грабли, чтобы их посадить. Все, отлично. Давай садить. О, прикольно. Угу, то есть каждый раз мне придется, да, заново это все. Блин, игра, не прикалывайся. Почему у меня грабли из рук пропадают каждый раз, когда я выбираю семена? Ладно, давай, наверное, мы просто сейчас сделаем грядки. Потом уже семена, потому что счет игра у нас балуется. Отлично. Шикарно. Здесь мы посадили с вами. Хорошо. Водичка закончилась. Идемте наберем водички. Давайте набирать водички. Блин, игра мне нравится все больше и больше уже. Я реально в нее залип. Пэп. Будь она в полном доступе, так сказать. Так, что нам еще заняться? Список дел. У нас пока здесь нету списка дел из-за того, что нам нужно продать сначала все вот это вот дело. Может, еще помидорок посадим, как думаете? Вот эти вот штуки, как мне их убрать? Ага, понял. Понял, понял, принял. Так. Угу. А здесь мы сможем граблями работать? Да, можем. Ну, давайте, наверное, в эту сторону и будем расширяться, правильно? Давай, наверное, вот так вот сделаем побольше. Хочу просто купить себе сразу ружье.
Потому что если у нас ружья сейчас с вами не будет, то и дальше сюжет тоже открываться не будет. Так, отлично. Нам же игра написала, что практически бесконечный запас у нас семян, правильно? Только единственное, что нужно будет улучшить, наверное, аллейку. А аллейка нам даст возможность этот, как его, поливать, наверное, больше. Больше наших предметов. А ну давай посмотрим. Лейка, 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 фермерство, инструменты, лейка второго уровня, купить, повыше вместимость, скорость наполнения и надежность позволит поливать на бегу. Не, пока мест на бегу мне не надо, в принципе. Давай сходим, наберем. Я-то лично никуда не спешу, я думаю, вы тоже, раз вы все еще это смотрите, так что давай. Давай смотреть. Так. Посадить. Будем, наверное, вот так идти. И сразу... А, не. Хотел сразу полить, но ладно. Не получится. Возможно, тут будет топор... третьего уровня, где мы сможем разрушать уже построенные предметы. Как думаете? Так, отлично. И еще чуть-чуть. И на утро, по идее, у нас должны будут вырасти с вами помидоры. Я надеюсь на это. И мы сможем с вами продать все. Если нет, то просто побегаем. Посмотрим. Повырубываем, наверное, лишнее. Все, все полилишь. Да, давай еще полим немножко. Там, шикарно. Идемте наберем воду и ляжем басечки с вами. Пойдем ляжем басечки. Надеюсь, на следующее утро сейчас у нас все будет с вами. Так, убрать. Не туда. Мы же можем лечь пасечки. Твой список дел еще не завершен. А у меня нету список дел. У меня списка дел нету. Так, что тут, Китя? На. Нямой. Все, отлично. Ага, свет включился. Ну, значит, можем все-таки лечь спать, правильно? Я понимаю. Ага, этой штукой не можем. Понял. По голове себе, да? Шибани называется. Что ты, зайка? Понял. Ну, я баиньки пошел. А ты охраняй помидорки наши. Мой список дел еще не завершен. Там кто-то ползает, слышите? Я туда больше не выйду. Ой. Ой, ой. Так. Nothing but the clothes on my back, huh? Ничего, кроме одежды. Понял. Здесь открыть не могу. Не включается. Ладно, давай побег. Ага, вот кровать высветилась. Все, шикарно. Все, все, все. Я в домике. День седьмой. Ну, если сейчас помидорки выросли, мы с вами продадим и купим себе винтовку. Так, идем смотреть. Давайте, наверное, сначала котейки покушать насыпем. Надо будет не забывать. Все. Нямой. А мы давай на помидорки смотреть. Угу. Ну, почти. Почти выросли. Так, надо будет потом себе томатного сока наделать, закрыть баночки. Да, плюс кетчупа, да? Плюс яйки есть. Так, 82, прикольно.
Значит, на следующее утро у нас уже будет баксов 150. Так, открыть. Так, дай, пожалуйста. Хорошо, можно было, конечно, побольше курей накупить. И знаете, что я хотел бы, наверное, сделать? Может, тут где-то курятник смотрелся прикольно. Вот тут курятник поставить. Здесь обвести забором вот так, и он будет у нас возле дома. Хотя, я не знаю, будем ли мы ремонтировать с вами наш амбар вот этот вот. То есть, будем ли мы его красить. Потому что, возможно, здесь есть такая штука, как дом. Видите, молоток, краска, интерьер. Мы будем это все с вами делать. Так. Лейка, медицина, фермерство. Ага, комплект для пугала. Что это открывает? Бочка с водой в справочнике строительства. Купим комплект для пугала за 10 баксов. Или пока мест нет. Здесь бы, наверное, обед тоже с вами, знаете, что бы сделал? Взял бы вот так. Ограждение, и вот так бы заборчиком все красиво бы сделал бы, чтобы у нас здесь огородик был бы с вами. Но опять же, здесь же хер поймешь, как оно будет себя чувствовать конкретно. Вот смогу ли я здесь его дальше расширять, либо не смогу. Тем более заборчик по баксу стоит. Я бы так бы сделал бы. Ну ладно, пока мы с ничего делать не будем. Что я хотел? Я что-то хотел. Наверное, поубираться у нас здесь, да? Наверное, пока есть поубираться здесь. Так, а у нас же вроде есть штука, чтобы очищать, как ее? Серп, да, вроде бы? Вот, серп купить. Отлично. И с помощью серпа вроде... Да. О, можем... с вами очищать. И опять же, дайте мне, пожалуйста, возможность просто зажать кнопку, и чтобы у меня персонаж сам махал, а не постоянно зажимать. Ну, либо просто делайте в этом, как его, в меню возможность такую. Так, хорошо. Елочку могу? Не, елочку не могу. Потому что что? Потому что маленькой елочке холодно зимой, правильно? Так, хорошо. Мне интересно. Интересно, интересно, знаете что? А давайте мы сходим, пока мы с вами посмотрим, что это за здание. Но это я понял. Тут мы будем с вами выращивать курей. А ты кто? Ля, озеро есть. Озеро Винибагошиш. Только не говорите, что мы сможем с вами рыбку ловить. Не знаю, когда вот она выйдет полностью, эта игрулька, и мы сможем поиграться с ней, буду, наверное, серии 800 записывать, честно. Сейчас мы с вами посмотрим здание, поспим и... Обнаружена новая локация. Поспим. Купим ружье. И, наверное, на этом будет первый взгляд, так сказать, на нашу игрульку. Думаю, будет окончен. Какая история кроется за этими старыми зданиями? И будем заканчивать из-за того, что я хочу потом с интересом это все проходить. Ёб твою. Ты кто? Кто тут меня пугает? А ну, покажись. Ага, что-то лежит, да? Нет, нет, не лежит. Как там делают? Здесь кто-нибудь есть? Если здесь кто-нибудь есть, дайте 200 гривен, пожалуйста. Банка в описании канала есть. Спасибо. Так, ладно, побежали обратно. Побежали обратно.
Ага, сейчас мы восстановим с вами стамину. А что за бред? А, я застрял. Блин, я бы себе такой участочек, честно, купил бы. С озером бы. Только, наверное, опять от камышей бы избавился. Могу ли я избавиться от камышей? Нет, не могу. Это плохо. Ну ладно. Допустим. Допустим, разработчики так видят. А здесь могу ли я избавляться? А здесь могу уже. Угу. Нужно будет амбар с вами, да, починить. Заборщик этот гребаный доделать как-то. А это, я так понимаю, уровни... уровни нашего с вами... этого, как его, территории, да? Дальше мы не сможем. Или сможем мы расширяться? Давай зайдем в книжку, посмотрим, есть ли там такая штука, как расширение территории, ну, то есть покупка. Дом. Дом у дороги. Нет, нету такого. Фермерство. Ля, корова есть. Так, комплект для торговли. Хорошо. Есть коровка. Шо вы, мои маленькие, шо вы, мои зайчики, растете? Растете, да? Не помню, я поливал вас сегодня. По-моему, не поливал. Забыл дядя, да? Ай, плохой дядя. Забыл помидорки полить. Ага, нам как раз одной лейки хватает почти на весь огород. Хорошо. Пока мисс улучшать лейку не хочу. Нету в этом смысла никакого, я думаю. Нужно купить себе ствол. Все, 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 я ухожу. Я сейчас помидорку полью и уйду, честно. Так, отлично. Все, теперь ждем, пока здесь у нас справа появится вид кровати. И пойдем ляжем баеньки. Так, закрыть дверку. Котейка, ты где? Кушай, зайчик. Ну, кушай, кушай. Да. В дом будешь заходить? Не будешь, ладно. Не по распадке. День восьмой. Все, по идее, мы сейчас должны будем с вами купить ствол. Идем смотреть. Только сейчас наложим корма. Хорошо, отлично. Угу, нужно будет, наверное, 3 дня ждать. Теперь понятненько, ребят, если что-то. 3 дня ждать, пока мне будет урожай. Интересно, есть ли здесь времена года? Да, будет ли тут зима и будут ли у нас наши томаты не расти. Из-за этого. Так, пейте. Пейте, мои хорошие. Угу, пошли. Наберем еще. Идемте, идемте, идемте. Польем еще немножечко. Так, где мы полили, где мы не полили? Ага, вот тут мы не полили. Тут уже есть все. Давайте еще пройдемся немножечко. Все, шикарно. Пошли заберем яишки. 78. Не понял, почему так мало 78 баксов. Я что, куда-то их потратил? А, ну да. Я ж потратил их на этот, как его, на...
На вот этот, на серп. Ёб твою. Я на серп потратил. Ну ладно, ладно. Все-таки реально хочется купить себе ствол. Но по идее завтра они должны уже вырасти, да, все. Завтра, ребятка, мы точно с вами это все купим. А сейчас давай пока мы просто очистим наш участочек. Сделаем все красиво. Так, здесь тоже можно, думаю, очистить, да? Угу, устал. Устал наш фермер. Наш главный герой с вами. Блин, ну это долго и нудно так будет, это так делать, да? Возможно, в дальнейшем у нас появится газонокосилка, как думаете? Блин, нужно чем-то заняться, пока здесь мы дождемся. Ага, я, конечно, неровненько это все сделал, но... Как есть. Когда мы уже будем с вами полностью играть, я надеюсь, мы это будем делать, то нужно будет потом... Так, напальный факел, 2 бакса, ограждение, то потом будем делать вот такие вот заборчики с вами. Чтобы было все красиво. Грядку так делать, да? Здесь помидорки, к примеру, там у нас будет капуста, тут еще что-нибудь такого плана. Мы ж можем отсюда бревна забрать? Да, можем. Шикарно. Давай заберем эти бревна. А могу ли я рубить вас? Ага, не могу. Стой, погоди. Погоди, погоди, погоди. Все, пошли. Нам нужно время, чтобы дойти. Ну и как раз потратить его. Там и ночь не наступит. Что-то звук мне не нравится. Что это за звуки? Такое чувство, как костер где-то горит, да? Так, давай сюда. Давай сюда. Бумс. Что еще тут у нас есть с вами? Так, 80 баксов есть. Хорошо. Хорошо. Но даже если я сейчас еще деревья тут пособираю, я думаю, нам этого всего с вами не хватит. Ага, а эти кусты я не могу, да? Никаким образом убрать. Угу. О. Понял. По голове, наверное, себе, да? Шибани. Игра, наверное, мне хочет сказать. Так, давай рубить в эту сторону. Ну, чем-то по-любому нужно заняться. Так, шикарно. Дай сюда, дай сюда. Понесли. Пони, пони, понесли. Вроде бы день и заканчивается уже. Так, мы все помидорки полили? Вроде бы да. Хорошо. Отлично. Знаете, что интересно, а можем ли мы с вами в этом амбаре его делать? Либо на весе, либо что-то такое. Хотя, возможно, там мы сможем с вами отремонтировать наш квадроцикл, да, вот этот вот. Вот. И на нем кататься потом. Так, что ты тут у нас, зайчик? Угу. Понямать у тебя еще есть, это хорошо. Да, наверное, мы сможем это все с помощью молотка отремонтировать.
И на нем потом гонять здесь. Вот такой бы навес бы я сделал бы себе для помидорков. Реально, вот тут бы я помидорки посадил бы. Что-то типа теплицы такого плана. Так, ну все, ночь настала. Почти настала. Можно немножечко походить, поубирать это все безобразие, правильно? Очистить наш участок. Все есть, хорошо. Да-да-да, я знаю, ты устал. Я это все прекрасно понимаю. Ага. Да. Ночь настала. Давай подождем еще немножко. Сейчас кровать высветится. Список дел у нас нету. Интересно, готовить? Готовить мы не можем. Давай сразу лейку наберем себе на утро. Так, шикарно. Угу, начинается галёный, да? Киса, ты где? Заходи в домик. Так, что это за звуки? Я не помню, чтобы это было здесь. Так, обращайте внимание на загадочную картину в коридоре. Она будет меняться едва заметным, а порой и очевидным образом, отражая ваше душевное состояние и предупреждая вас об опасности. Чем страшнее картина, тем сильнее угроза. Серьезно? Прикольненько. Ля, кто-то лежит. Ты видишь? Не понял. Что это такое? Так, ладно, ребят, давайте писать и спать, согласны? Все, хорошо, пошлите. Опа, и под одеялко, и все. И бабайка нам не страшен. День девятый. Так, все, прекращай выть. Итак, как говорится, на душе тошно, да? Ты здесь еще завываешь. У нас там страшные картины. Да-да-да, зайчик, на, нямай. Давай посмотрим. О, ля. Светло, все, все хорошо. Настроение у нас с вами отличное. А вот и помидорки созрели. А вот и баблосики подъехали. Сейчас как накупим себе оружие, как накупим себе всего-всего, да? Так, нести, хорошо. Погоди, кто-то ест, слышишь? И кто-то нямает. Ля, ты крыса! Ага. 4 бакса дали. Ты гляди. Падла, помидоры мои кушает. Вот из-за чего пугало нам надо. Поняли, ребят? Вот из-за чего нужно нам пугало. Хорошо. Значит, ворон мы тоже сможем с вами продавать. Отлично. Что у нас тут? 93 бакса. А прикольно, прикольно. Так, шикарно. Давай. Сейчас полностью все соберем. А я же говорю, несу помидоры и слышу сзади, что кто-то чавкает нашими помидорками. Это ворон был. Но он теперь будет знать, что нельзя есть наши помидоры. Надо еще будет, главное, друзьям его объяснить. Да-да-да. Вот тебя это касается. Такой попробуй съесть хотя бы один помидорку. Хоть одну помидорку попробую скушать. Так.
бросить. Идемте. Купить. Покупка этого предмета запускает последовательность событий, которая завершится окончанием демонстрации. Точно хотите продолжить? Да, давай. Так, наконец-то хорошие новости. То нужно подстрелить 5 банок на груди дров к востоку от дома. Так, север, юг, восток, восток сюда. Или где у нас восток тут? Востоку от дома. А куда именно? Так, подстрелить 5 банок на груди дров к востоку от дома. На груди дров. Где наша груда дров? Кто мне скажет? Или мне эти 5 банок нужно купить? Непонятно. Сейчас давайте посмотрим. Возможно, мне нужно купить сначала эти 5 банок или что. Посмотри, если здесь север, юг, да? А тут восток справа должен быть, а слева запад. Насколько я знаю. Где эти дрова? Давай сюда сходим, посмотрим. Просто мне стоять к дому спиной, не спиной. Ладно, ищем банки. Банки есть, фермерство, инструменты, банок нету. Where are you? Террорьем. Просто возможно тут север. И восток у нас возможно сзади. А может и там. Не знаю. Давай смотреть. Блин, хоть бы дали метку какую-то, да? Реально метку какую-то дали. Ага, сюда я не пройду. Ладно, давай бегать, давай смотреть. Где вы, баночки? Где дрова? Ну, единственное, дрова у нас находится вот тут лежит. Хотя это вроде не дрова. Ладно, ладно. Так, игра, не расстраивай меня, пожалуйста. Дай мне найти баночки эти. Ладно, давай уберем пока мясь. Так, а ну напишите, если вы играли в это, вы его досмотрели до конца. Как сразу вы нашли эти дрова? Где находятся баночки? И где этот гребаный восток тут? Побежали. Ну реально здесь я дров не вижу. Нашел, понял. Окей, окей. Так, патрушки. You've gotta be kidding me. Так, да вы издеваетесь.
Ага. Волки позорные. Это как The Long Dark, да? Тоже волки на нас нападают. Блин, я бы так бы в пабге стрелял бы. Было бы вообще идеально. Так, отлично. Что нам есть? Можно идти ложиться басечки. Нравится мне такой меткой из боя в пабге. Было вообще по идеальным. Ты давай вот это вот прекращай, потому что я двоих твоих братюнь только что подстрелил. Так что не герой твой. Не будь героем, так сказать. Так, все, идем с падки, да? Да. Ложимся. Нездоровая пара. Либо пора. Okay, I got you, bud. Все хорошо, дружок, все хорошо. Не переживай. Ты говорил, они найдут свидетеля, да? Да, не идеальный вариант, но они возьмут кого-нибудь из налоговой. Это хорошо, поверить не могу. Что мы это делаем? Ой, кажется, он просыпается. Все хорошо, Гаррет, отдыхай. Нам предстоит долгий путь. Мы на месте. Возьми его на руки. Проснется по дороге. Все хорошо, дружок, все хорошо, не переживай. Представь, что меня так долго не было, дружок. Больше я тебя не оставлю. Итак, ребят, что вам сказать? Давайте подводить итоги, когда тебя ждать. Ты получишь мое письмо? Просто я так устал, и мне осталось так много лет. Что мне делать? Может быть, приехать сюда было не самая лучшая идея, но я не могу вернуться. Я лучше умру, чем вернусь. Все, дашь мне закончить? Так вот, по поводу подводим итоги. Игрушка мне понравилась, игрушка мне зашла. Я с радостью пройду ее полностью и буду развивать свое фермерство, так сказать. Подчинить дом, делать здесь огороды и выращивать животных. Но единственное, что меня напрягло, то, что я не могу переместить забор. Ну, возможно, когда игра выйдет, то мы сможем это делать. Так что ладно, ребят, всем спасибо за просмотр, всем пока-пока. И всем, наверное, до потом, дождаться конец дня. Ладно, давай дождемся и посмотрим. Так что напиши в комментариях, как тебе игрушка. И стоит ли ее проходить полностью. Я думаю, стоит. Мне интересно, что сделал наш герой такого, что он переехал сюда. Ну, хоть ты не исчезай. Понял, ты исчезаешь, хорошо. Не знаю, будем ждать конца дня. Да, давай подождем. Ну и подождем, ребятки. Плюс что еще хотел добавить? Добавьте сюда инвентарь. Вот реально мне не хватает инвентаря, потому что
На Q-шку это все понятно, но я, к примеру, хочу поменять это все. Я не хочу, чтобы у меня здесь находилось. Хочется нажать M. Нажать M и смотреть в инвентаре, что здесь у меня находится. Ну что, игрулька, давай. Заканчивай этот день. Кстати, давай посмотрим, поливаются ли наши помидорки с помощью дождя. Либо нет. Ага, прикинь, нет. Не поливается, да? Да. Вот, смотрите, вот это я полил. А здесь идет дождь, оно его не поливает. Ну, то есть, ну, вы замечаете, да, разницу между политым и неполитым? Вот политое, вот сухое. Прикольненько. Разработчики, сделайте так, чтобы во время дождя у меня поливался огород. Это как бы дождь идет, правильно? Или вы думаете, как на полях растут овощи? Ходит фермер и поливает 2000 акров, да? Ладно. Давай польем. Блин, а где тут ворона? Давайте попробуем в ворону попасть. Все равно чем-то нужно заняться. О, привет. Зайчик, не уходи. Ну погоди, ну стой. На что ты обиделась? Скажи мне, пожалуйста. Да... Падла. Так, где ворона? Где ворона и где мой X8? Нету, да? Нажить до конца дня. Ну сейчас доживем. Или в том плане, что сейчас нас начнут нападать. Бабайки, нам нужно готовиться. Давай, закрывай дверку сразу. Давай. Здесь мы присели и будем сейчас их отстреливать всех. Все, осталось-то, бейба. Ой. Я случайно. Серьезно, я случайно. Где ворона? Нема. Ну, вроде бы уже темнеет. Вроде бы еще чуть-чуть осталось. Но я думаю, ничего такого нового мы здесь не увидим. Возможно, просто призраков. Вон наша подруга еще стоит. Угу. Ну, за ней я не пойду, это точно. Так, что тут наша кура? Что ты нам, яички принесла? Да, смотри, сколько. Прикольно. Блин, аж кушать захотелось. Надо пойти понямать самому, что там. Давайте это мы продадим. Бум, на 3 бакса. Неплохо. Я думаю, если мы поставим побольше курятников, побольше кур, я думаю, где-то десяточку в день можем делать, правильно? Плюс на помидорках. Во, во, летит, летит. А ну? Не, но упреждение здесь не работает. Только не могу понять, это дробовик, либо это типа винтовка. Винтовка похожа на дробовик. Так, хорошо. Вот и ночь настала. Давай, наверное, поднимемся на крыльцо. И будем встречать гостей отсюда, незваных. Ну,
Есть ли кто-то? Или нет там? Все, есть. Закрыть дверку. Берем с собой ствол и идем басечки. Follow me. Угу, иди за мной. Что это? Что-то манит меня в сарай к северо-востоку от дома. Чего? Чего ты от меня хочешь? Разве не могу просто жить здесь спокойно? Я слишком много прошу? Так, северо-восток от дома. Это вот туда? Или куда? Или где у вас тут северо-восток? Давай сходим посмотрим. Давай смотреть. Ты тут? Али, ты не тут. Ну это сарай же, блядь, не сарай. Или ты не сарай, алё? Игра, скажи честно, ты сарай или не сарай? Хорошо, давай на второй этаж. Давай на второй этаж поднимемся. Так. Металл. Бросить. Подобрать. Банка с маслом. Так, эти редкие предметы необходимые не для покупки лучших товаров из каталога, но и для прохождения игры. А, не только для покупки лучших товаров, ищите их, исследуя местность. Хорошо. Oh, shit. Так, черт. Ага. Что здесь? Что здесь происходит? Нам сюда же, правильно? Или не сюда? Где ты? Где ты, падла? Ну ты сюда не подымешься. Я думаю. Так, ладно, ребят. Давайте явно на этом мы заканчиваем. Я думаю... Больше здесь ничего интересного не будет. Сейчас мы убьем волков. И, в принципе, будет на этом, я думаю, все. Так что все. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, когда эта игра выйдет, мы полностью ее пройдем. А на данный момент я с вами прощаюсь. И всем удачи. Всем пока. Все. До новых серий, ребят.